Сниму-ка я вам сейчас, еще и вот эти карты. Это тоже маг-карты, образное ваше восприятие. Тут важно тоже. В самом аудио вы слышали вопросы и там коротко определенные образы, но вас это может тоже наталкивать, уже зная, какой запрос у вас, и не просто просмотр. Вас это может наталкивать тоже на определенные, там, может быть, какие-то потоки понимания, осознания себя вот глазами этой колоды. Я вам говорила, что достаточно необычные, ну, не то, что необычные, я многих смотрю этой колоды, сочетание, мне понравилось, оно более-менее легкое. Вот это уже в контексте того, что вы надиктовали о себе, уже понятней. Понятно было, что вы дама не совсем приземленная, что, что что-то в вас есть, вот это волшебное. И я просто смотрела с другим уклоном, больше про проблемы. И эту карту просто как материнство вам сказала. А тут больше вот про дух цыганки, про другие способности. Кстати, в картах я сейчас вам тоже сниму личные границы. Там тоже сигнификация ясновидения была. Там карта цыганки, не цыганки, а гадалки была или пророчец. Еще раз я вам просто снимаю. Вот смотрите, способность рисовать свою жизнь. Так. Создавать ее. Таинственность, загадочность и что-то. Вот, вот это мне напоминало ваши корни все-таки. Какая-то тоже отстраненность и свобода при этом. Преемственность. Посеял и пожал семена. Либо это действительно связь с родом, либо это вы в этих ипостасях. Но пожинание плодов тут точно есть. Может, работа со свечами ваша. В том числе, или с огнем, со стихиями. О масках, о которых я говорила, и двух именах. Ну, где-то наедине с собой вы знаете, кто вы. Вот эта энергия даже созвучна вашему голосу в чем-то. Посмотрите, здесь все образы достаточно свободные и ушедшие в себя. Тут есть люди уставшие. Вот эти две карты выпали одновременно. Мудрая старушка и маленькая девочка. Я вам это комментировала. Это образ Суфия. Сейчас. Ладно, дойду я до этой старушки. Девочку пока отложим. Но есть и вот это земное умение и даже переработка. Простота, может быть. Внутри и воин еще тут. И вот это ваш переезд, может, это фактический переезд в нашей стране, это не мудрено, но это и просто переход, багаж, что-то, то, что я вам говорила, что-то надо выпустить, что-то отпустить, чтобы новым наполниться. Может быть так, а может просто ощущение, что пора двигаться, отпустить вот эти старые какие-то паттерны, обиды. Еще одна карта движения, путешествия. Не исключу, что вам нравятся просто дороги, путешествия, как любому практику. Вот, вот это вот быт и усталость. Она несколько раз промелькнула, но поверьте, я даже когда себя смотрю, у меня иногда больше рабочих вот таких лошадок выпадает, чем у вас. А вот ваша знатность и статусность внутренняя, такая шаманская, величие. Умение сейчас познавать себя и вообще с женственностью у вас не все так плохо. Точнее, неплохо вообще. А, тут много женственных карт, женских, женственных. Таких, знаете, между утонченным и, ну, не рабочая лошадка, и аристократичным. Ну, вот еще и защищенность есть, и в то же время какой-то внутренний мир, который надо бы дочистить. Смотрите, видите, сколько есть легких таких, женственных, девичьих. Вот эта старушка, которая тишину тут соблюдает и что-то пишет. И вот маленькая девочка. То есть вы в себе это неплохо совмещаете.
А вот тоже шаманизм, слияние с природой, вот это открытая анахата и внутренний мир. Я эту карту всегда считываю как мастер, она, кстати, на меня тоже часто выпадает. Здесь тоже огненная голова, волосы. Ну да, жизнь уже тут есть на лице, но все-таки это не печальная карта. А вот то, что там было подряд 5-6 карт, что вы покидаете определенную зону и свободно, налегке идете в новое. Тут она, видите, даже обнажена практически. И вот две карты, которые прямо про то, о чем вы начали рассказывать. Вот они, ваши лунные интуитивные способности. Это тоже слияние с природой. И вот ваша тяга, ну, ваши контуры, ваша реакция на мельничку с кристаллами высокочастотными и с языком света.